Здравствуйте, меня зовут Александра, и сегодня мы с моим котенком Орионом будем собирать, записывать видеоотзыв на переноску Гулливер 1 Deluxe. Вот она. Мы ее купили на сайте Шиншилка по очень выгодной цене. В комплекте у нас есть небольшая инструкция, совсем маленькая. Набор с деталями. Поилка или кормушка. Металлическая дверь, что очень классно. Ну и две части переноски. Вот вниз и вверх. Так. У нас есть 5 защелок. Вот так вот крепится каждая из них. Вот эти штучки нужно поотрывать. Я не знаю, зачем они нужны, но в инструкции написано оторвать. И защелки, как я поняла, с ними не крепятся. Вот так. Раз, два. Три. Хорошо. Дальше пытаюсь прикрепить ручку, но тут нужна грубая мужская сила. Как я понимаю, мне не получится ее согнуть. Также есть крепление для того, чтобы потом можно было прицепить ремень и носить на плече переноску. Она сделана из прочного пластика. Очень удобно. И классно, что дверь металлическая. Она не сломается, и питомец не сбежит. Так. Наверное, вот этой стороной. Так вот. А вверх. Вот. Вот так. Дверь открывается. И закрывается без особых проблем. Ну, почти. Теперь нужно закрепить защелки. Собирается очень просто. Мне казалось, что будет сложнее и дольше. Вот так. Все готово. Кс-кс-кс. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Опа. Полезай, полезай. Переноску. Давай, давай, давай. Давай, кисуля. Оп. Все. Можем нести куда угодно. Еще бы ручку. Ну, ручку я сейчас не смогу установить. В общем, переноска классная, легкая, надежная. Проблемы возникли только с креплением ручки. Нам очень понравилось.